Полтора часа на операцию, два дня на восстановление. В петербургском НИИ фтизиопульмонологии мастер-класс. Хирург из Испании Диего Гонсалес Ривас удалял опухоли легких. Такое вмешательство помогает предотвратить развитие тяжелых форм рака. Методика особая. Пациенту не вставляют специальную трубку для дыхания. То есть операция проходит без интубации. Находясь под наркозом, больной дышит самостоятельно. Трубка не травмирует внутренние полости, а значит, приходить в норму после вмешательства он будет быстро и почти безболезненно. Операция сама по себе занимает полтора часа. Что касается постоперационного периода, пациенты восстанавливаются очень быстро и отправляются домой на второй день после хирургии. Диего Гонсалес Ривас работает по особой системе, делает один маленький надрез и из него извлекает опухоль. Сейчас хирург работает в Шанхае и ежедневно принимает около 40 человек. В Петербурге такая операция, когда пациент во время вмешательства дышит сам, прошла впервые. Зато на 9 хирургических столах в разных клиниках города. И все в рамках Международного конгресса врачей.